Гастрономический фестиваль «Вкусы Югры» состоится в нашем округе в следующем году. Мероприятие анонсировали на одной из площадок Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». Цель проекта – увеличить количество кафе и ресторанов, где можно будет попробовать еду, которой в других регионах страны нет. Трек «Арктический интертеймент» посвятили событийному туризму. Подробности в сюжете моей коллеги Олеси Дементьевой. Дарья Рябова, руководитель клуба молодых семей, приехала на международный форум в Когалым из Нефтеюганска. Для себя выбрала трек социокультурных инициатив. Сегодняшняя тема – событийный туризм. Девушке особенно интересно. Хочется сделать наш город все-таки уникальным, чтобы он отличался все-таки от других городов, чтобы понимали Нефтеюганск. О, значит, Нефтеюганск – это вот там что-то есть такое интересное. Особо ничего нет у нас. И хочется что-то сделать для него полезное, быть полезным городу своему. И поэтому я приехала сюда, чтобы почерпнуть идеи. В Ханты-Мансийске проблем с туристами нет, говорит гость из окружной столицы Илья Гуров. Но добавляет, нет предела совершенству. Как показать самобытность Югры во всей красе? Вот о чем думает гость Когалыма. Например, вчера нам рассказывали о том, что мы живем в достаточно интересном месте, где своя культура, свои особенности, и вот на это можно делать акцент, то есть на, скажем так, на узнаваемых местах, на узнаваемых символах, то есть Ханты, Манси, у них своя культура, и можно взять это в оборот и использовать для того, чтобы бренд Югры, он был узнаваем во всем, ну, во всей России. Обо всем этом и не только говорили участники и спикеры на площадке «Арктический интертеймент». Почему это важно? Потому что для того, чтобы регионы севера, такие северные города, как, например, Когалым, активно развивались и устойчиво, важно, чтобы здесь была молодежь. А молодежь находится там, где интересно, где есть интересная работа, где есть интересная насыщенная жизнь, где можно путешествовать, развиваться и, в общем-то, развить соответствующий рынок услуг. Если говорить о молодежи, да, то проводились недавно большие крупные исследования, и 88,6% молодых людей в числе ключевого, основного своего запроса называют туризм. Именно на этнической теме в эти дни делают акцент во всем мире. Чего бы она ни касалась, туризма, спорта, моды, все средства хороши. И Югра следует всем современным трендам. Олеся Дементьева, Михаил Суханов, «Наши города».